Здравствуйте, уважаемые садоводы! Медный купорос широко применяется в сельском хозяйстве в качестве фунгицида, антисептика, а иногда даже в виде медно-серного удобрения. Он показал себя с наилучшей стороны в качестве обработки роз осенью. Препарат способен подавить и защитить цветы практически от всех заболеваний, а также он действует против тли. Кроме того, препарат содержит полезные вещества, которые способствуют тому, что куст становится пышнее, а цветы крупнее. Часто для того, чтобы уберечь розы от заболеваний, достаточно одной их обработки водным раствором купороса. Делают это поздней осенью, непосредственно перед тем, как укрывать кусты на зиму. Если делаете обработку до 15 октября, то рекомендуется использовать 1% раствор. 100 граммов вещества разведите на 10 литров воды. Или 10 граммов на 1 литр. Это зависит от того, сколько у вас роз. Для поздней осенней обработки можно приготовить 3% раствор. Это высокая концентрация, но с учетом того, что в это время на стеблях нет листьев, такая дозировка получается оптимальной. Для этого понадобится 300 граммов купороса на 10 литров воды. Для того, чтобы препарат быстрее растворился, нужно взять для этого теплую воду. Раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде, но не в железной. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!